Всем привет. Вот хочу снять видео о том, чем все-таки закончилась моя эпопея с Почтой России. Ну и рассказать о том, как я ее люблю, конечно же. О чем же еще рассказывать. Вот, двоим Сергеям я отправил, они уже посылки получили. Вот. А вот Сергею Николаевичу, к сожалению, я даже отправлять не стал, потому что они сказали, да все это вернется прям буквально через несколько дней, потому что сейчас все проверяют. И ничего тебе, говорится, не доедет. Вот. Так что небольшой облом, как говорится. Но это ничего страшного. Я уже придумал, как отомстить этой всей системе. Как сделать дешево, сердито, и чтобы вообще тут вопросов не было по пересылке. Получится еще и дешевле. Вот. И, что называется, без всяких проблем. Потому что вот эти вот тяжеленькие, они все-таки дорого достаточно получается. Ну, они хорошие, вопросов нет, получились. Все, я же сам не ожидал. Вот. Прям так все срослось, там уже вон грибы растут, все дела. Вот. То есть. Ну, это ладно. Так вот, как отправить письмо с мицелием при сложившихся нынешних ситуациях? Элементарно. Вот у нас есть вот такие вот пакетики. И мы заранее делаем мицели не на соломе, не на палочках, а просто на кусочках бумаги. Вот и все. Потом также мы эти мицели кладем сюда, эту бумажку. Дружно закрываем и отправляем обычным письмом. Вот и все. Так что, если есть какие-то официальные представители Почты России на моем канале, ребят, вы идите, знаете, вот со своим официальным представлением куда-нибудь на другой канал. Не надо. Я вас, честно сказать, не уважаю даже вот за то, как вся эта система вот она работает. Да, вот людей уже совсем прижали, им ни туда, ни сюда не сунутся. Вот. Так что вот так. Всем, ребят, удачи. Обязательно покажу, как сделаю. То есть бумагу застерилизую, сюда потом просто поставлю и все. Заражу ее мицелием сначала. И все будет отлично. Так что вот, ставьте пальцы вверх за изобретательность. Пользуйтесь. Вот. И, в общем-то, шлите по эту Почту России куда надо. А так-то люди там нормально работают. Вот. Ну, руководство, понятно, да, что это за руководство. Вот так вот. Им там самое место, и они, я думаю, должны понимать, что 17-й год не за горами. Почты, телеграфы, там все дела. Так что, такие вот пироги. Удачи, ребята.